Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позор, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь в пространство, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать и должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только до конца.